Спасибо. Зай, у меня есть для тебя подарок на Новый год. Планшет? Нет. Квадроцикл? Нет. Совместный отдых. Мы будем кататься на квадроциклах, на лыжах, фотографироваться с оленями и кататься на хаски. Это будет наша зима в Подмосковье. Круто. 12 дней. Только ты и я. Только ты и я? Да. 12 дней? Да. А как же Леха? А что, мы партию доигрывать не будем? Да, походу, игры закончились, братан. В этом году готовь полкастрюли оливье. В смысле, ты на диете? Давай без майонеза приготовлю. Не, Леха. В этом году один дома будет не только Маккалей Калкин. Ты о чем? Бутерброд с икрой остался один. Но он же мой. Хуже, Леха. Он – это ты. В лесу родилась елочка. Лех, этот Новый год ты встречаешь один. Прощай, Леха. Жек, ты чего? Давай, Зай, пока. Поехали. Братан. С наступающим. Спасибо. С Новым годом, друг. С Новым годом, женек. Не скучает тут один. Постараюсь. Ладно, пусть едет с нами. Да ладно. Садись. Давай. Серьезно? Давай. Потим, малыш. Два, Леха. А это кто? А это Свят, куриш мой. А что, давайте его тоже за компанию возьмем. Слушай, давай без Лео. Тут это, Свят, такое дело. Выходи. Иди. Да ладно. Я раб лампы. Сидел в ней 10 000 лет. Если честно, так задолбался. Ого. А что вы здесь делаете? Да я что-то дома сидела и так гробницу захотелось понюхать. Хорошо. Итак, у вас есть одно желание. Я исполню все, что пожелаете. В смысле одно? В сказке же 3 было. Так то сказка, а это жизнь. В общем, у вас есть одно желание, любое. Хочу поросенка жареного. Какой поросенок? Какого? Жареный. Такой, знаешь, медом обмазанный, с золотистой корочкой, побольше зелени. Смотри, разной. Смотри, давай я еще раз повторю. Ты можешь загадать все, что угодно. Например, летать. Или там все деньги мира. Или, допустим, стать дельфином. Ну да, ты прав. Давай мел. Какой мел? Обычный, школьный мел. Кальций. Я говорю, бессмертие. Все алмазы и рубины мира. О, тогда знаешь что? Хочу что-нибудь как чизбургер. Как чизбургер? Не, ну это прям чизбургер. А я хочу что-нибудь как чизбургер. Короче, говори, что ты хочешь. Я хочу чизкейк из французской пекарни. Что это? Ты не пробовал? Сейчас принесу. Так, стоять! Желание загадала? Ладно, уговорил. Давай айфон, машину и квартиру. Это ты все можешь выиграть в новогодней акции, исполняя мечты от пятерочки. А я джин. Я могу дать тебе бессмертие, все деньги мира, власть над королями. А, да давай осушитель воздуха. Ты можешь загадать адекватное желание. Короче, я хочу то, что даже не существует. Чё это? Давай злодей. Какой злодей? Я не знаю, ты джин, ты и придумай. Точно? Нет, давай шаурму. Все, шаурму. Я хочу шаурму. Тебе вообще пофиг на твое желание. Шаурму. Мне шаурму, свободу можешь шаурму, дать, если тебе по барабану. Шаурму, дай свободу ля-ля-ля, мне. Шаурму, свободу. Шаурму. Да короче, на свою шаурму. Спасибо. Все, что ли? Джин, я тут это передумала. А давай хурму. Пошла нафиг. Хамло!